Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта «Изба вязания». И сейчас я вам покажу, как заправляется нить, нитеводитель для машинки Селир. У нас есть штырь. Штырь втыкается в пазы, которые находятся на самом корпусе машинки. Штырь стоит. И сейчас мы с вами будем заправлять нить. Вот у меня нитка. Первое, что мы делаем, продеваем нить в отверстие рамки направляющей. Продевать надо механически, просто снизу вверх в отверстие. Есть отверстия из двух, есть рамки для двух нитей, есть рамки для четырех нитей. Смотря какая у вас рамка, смотря какой у вас нитевод. Дальше поднимаемся наверх. У нас есть такие тарелочки по бокам. С зажимами. Здесь есть нюанс. Обратите внимание. Когда мы заводим нить между тарелками, вот одна пара, вторая пара. Вот я сейчас тарелки раздвигаю. Здесь не видно, но если посмотреть, у них есть штыри. Вот здесь вот между тарелочками, вот там сзади есть штырек. Вот этот вот штыречек, вот этот вот, за него нужно завести нитку. Проверить это очень просто. Так, завели ногтем и посмотрели, вылетает нитка, если ее поднять или нет. Раз. Если не вылетает, видите, вот держится нитка, значит все нормально. Дальше. Третья позиция. Ушки на нити держателя. Вот есть дальние, это последние, как бы инстанция, а есть на самом кончике жесткого вот этого держателя. Мы заводим нитку в ушко. Еще обратите внимание на вот эту вот деталь. Вот такую. У нас есть еще одна прижимная тарелка. На нее ей пользоваться можно только если у вас очень тонкая нитка и получается очень рыхлое вязание для дополнительного притяжения. То есть, ну, обычно этим местом никто не пользуется, и нить мы прокладываем просто сверху. Так, первая рамка, второе тарелки, третье дальнее ушко от нас. Следующим этапом уз нитевода. Мы берем нитевод. Уз, вот он, гнется. И нашу нить заводим в уз. И отпускаем его. Он наверху вот там вот у нас и болтается. Уже видите, где он там. Вместе с ниткой, с нашей. И заводим нить. Ближний к нам ушко, вот оно. Получается вот такая вот конструкция. Сейчас вам покажу ее вблизи. Рамка, тарелочка, дальнее ушко, уз, ближнее ушко. И все, и поехали в нитеводитель машинки. Следующий этап мы вставляем нитеводитель, зажимаем. И все, можно вязать.